Привет, с вами Саша Тюнинки. В общем, это ежедневные будни. Сейчас я хожу по своей квартире, и, в общем-то, сегодня у нас 05.07.2015. Вот прямо сейчас, вот только что я зашел в квартиру после дождливых покатушек, вот, и чтобы снять ежедневные будни, и сейчас я вам расскажу, что, в принципе, у нас было за сегодня. Время 5:30 вечера, вот, и сейчас мы с другом катались в дождь на скутерах, где-то 2 часа катались, потому что в 3 я только проснулся. Так, в общем, рассказываю, что у меня было. Быстрее я проснулся, потом он мне написал, я чуть-чуть поиграл в GTA 5. Потом мы поехали, катались. Вот я весь промок, просто вообще пипец весь промок, вот. Жестко поэтому. Так, вот, как мы катались, мы сначала съездили до нашей школы. Там чуть-чуть покатались, посидели, потом доехали до Юата. В Юате в хит-доге мы наелись и поехали на Бахаревку. По дороге на Бахаревку у Данила, моего друга, перестал работать задний тормоз, ручка просто-напросто нажималась, но не возвращалась. Но когда нажимаешь, при этом тормоз не работает. Ну, где-то либо тросик переломило, либо просто из колеса вылетело, вот. Поэтому как-то так. Потом он начал дергать эту ручку, и его током ударило. И у него фара погасла. В общем, пипец. Ну, завтра в 4 часа дня он меняет свою Honda Diva AF27 на Suzuki ZZ какая-то там Sport. Ну, 50 кубов, в общем. В общем, все ясно, да? Мой 80-кубовый корч в деле. На нем сейчас будет скоро стоять карбюратор от Малоси. Ну, пока что только этот. Забыл, как он называется. Цепь. Другая. И все. Ну и поршневая на 80. Все, я его увез домой, потом сам еще съездил до школы и обратно, встретил друзей по дороге, побазарили чуть-чуть, и все, и приехал домой, потому что начался очень большой ливень, был дождь чуть выше среднего, но сейчас уже очень большой ливень. Так, что насчет покатушек на скутере? В общем, что я могу сказать, я уже, в принципе, давно был готов их снимать. Как прицеплять камеру, я уже давно придумал, даже снимал видео, но видео нечаянно удалил. И получилось так, что на YouTube оно не появится. Экспериментальное. Вот. Что ж, 4-й день уже скутер ездит на своем, ну то есть на новой вот этой поршневой, не ломаясь. Ну то есть ни разу не получалось так, что он не заводится. Просто нажимаешь кнопочку, нажимаешь тормоз, чуть-чуть газу, и все, и он завелся сразу же. С полтыка, как говорится, вот. Что же мне не хватает для покатушек, это CD. Мне не хватает CD. Ну, короче, microSD карточки. Вот. У меня здесь стояло на 200 мегабайт. Там на 3-4 минуты видео, но, в общем, нету. В общем, как найду 8 гигабайт, буду снимать видосы. А пока всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. С вами был Саша Тюнинки. Всем пока.